Здравствуйте, друзья, еще раз. Сегодня 8 апреля 2019 года. И еще немножко старой Читы. Ну, для привязки к местности нахожусь я сейчас возле центральной площади имени Ленина. Здесь у нас вот находится штаб 29-й армии. Ну, а вот, собственно, этот дом, который я хочу вам показать, это доходный дом Бушмакина. Вот. Находится он в таком неприглядном виде. Вот. Но, видимо, может быть, его готовят к реставрации, но сейчас пока руки до него не доходят. Вот. Я думаю, в будущем дойдут, конечно. Сейчас я перейду на ту сторону. Вот женщина переходит, и я тоже вместе с ней перехожу. Вот. Там табличка имеется. Ну вот, написано, доходный дом Бушмакина построен в начале 20 века, охраняется государством. Ну вот, вот такой вот он, конечно, очень, который требует кардинальной реконструкции. И сейчас еще покажу одно интересное здание, которое тоже, в общем-то, было, так скажем, не очень так хорошо выглядело, но потом все-таки за него взялись, и оно было отреставрировано, причем отреставрировано очень хорошо. Оно сохранило свой первоначальный вид. Вот оно. Его сейчас очень хорошо видно, пока нет листвы. Это здание почтово-телеграфной конторы. Вот оно во всей своей красе. Тут летом будет клумба. Там вот башенка с таким... с такой смотровой площадкой. Говорят, что раньше там оттуда выглядывали по дороге вот эти почтовые повозки. А здесь такой верстовой столб 0 километров. И здесь вот мы читаем: верстовой столб, начало всех путей и дорог, именно на этом месте находится нулевой километр Забайкальского края. Издревле в России было принято вести отчет между городами от одной почтовой станции до другой. Начальной точкой внутригородских маршрутов также была главная почта, начиная с момента возведения здания. В 1893 году почтовая служба в Забайкалье располагалась именно здесь. И сейчас здесь тоже находится... почта. Внутри она очень современная. Вот. Здесь вот еще одна есть табличка. Написано 22 декабря 1905 года. Рабочие Читы захватили почту и телеграф и передали руководство станичному комитету. Ну, пока вот, конечно, сохраняется вот эта память. Но я думаю, будет у нас и такое время, когда будут такие таблички в городе, когда будет написано, что такого-то числа, такого-то года в город вошли отряды атамана Семенова и очистили город от большевиков. Когда-нибудь это будет, друзья. Сейчас мы пройдем мимо почтово-телеграфной конторы. И я покажу еще кинотеатр «Родина». Ну, здесь у нас почта. Ой, почта. Администрация и площадь. Площадь раньше носила название Новособорной. Старособорная была площадь Декабристов, которая сейчас вот... А это была Новособорная, потому что здесь был построен новый собор. Кафедральный собор во имя благоверного святого князя Александра Невского.
очень такого приятного цвета два здания, дом Полутова, и вот рядом тоже стоящий, тоже Полутову принадлежало, и вообще это место носит название квартал Полутова. А сейчас как бы вот это наименование Полутовский квартал, это такое наименование, вот как в других городах, вот как в Анапе говорят Белый дом, там где администрация заседает. Вот у нас это Полутовский квартал. Указ о награждении Читы орденом Октябрьской революции. Тут есть вот табличка, тоже Бутин, первый председатель Забайкальского исполкома из посмертного письма, там чего-то его есть. Дорогие товарищи, я совершенно спокоен, смотрю там в последний раз на заходящее солнце. В общем, такая лирика. Вот, я когда в архиве работал, как раз там тоже было и про Бутина, и про Журавлева. В общем, про всех тех, чьи имена сейчас на табличках улиц, вот. Ну, я думаю, время придет, все это будет пересмотрено. Конечно, где-то и останутся какие-то памятные места, но нужно все-таки и дореволюционную историю сохранять и пропагандировать. Поэтому все еще будет, все еще впереди. Свято-Преображенский храм. И рядом администрация краевая. Кинотеатр «Родина» – памятное место для многих. Ну, сейчас здесь, конечно, никакого кинотеатра нет. Я даже не знаю, что здесь есть. Фонтан. А, здесь вот находится сейчас театр танца Забайкалья, располагается. Вот, его сюда поместили. Это здание краевой филармонии. Оно строилось как новый дом политпросвещения. Вот, коммунисты строили себе. Вот. Потом в 90-е годы все это заморозилось. И в начале 2000-х годов решили восстановить и это здание как культурное. И сделали филармонию здесь. Здесь вот есть такая табличка. В 1851 году Чита возведена на степень города. Это дословно из какого-то царского указа. А вот там вот это вот маленькое зданице. Сейчас я его более так остановлюсь и покажу. Вот это вот здание, это дом или дворец бракосочетания. Вот здесь у нас люди соединяют свои судьбы. И я тоже трижды там соединял. А это архив, вот государственный архив, но тут партийные документы находятся. А, там вот даже наверху есть такой значит, барельеф РСДРП, ВКПБ, КПСС. Тут, в общем, партийные документы. Наверное, очень тоже много чего можно там почерпнуть. А это бюст, в общем-то, неплохо сделан. Алексей Кириллович Кузнецов.
Исследователь Забайкалья, археолог, фотограф, общественный деятель. Ну, а вот какая-то акция, чего-то продают. Что продаем? Цветы? Пицца. Пицца. А, пицца, ну ясно. Пицца. А, ясно. А я Альбатрос, блогер. Угу. Вот, я смотрю, тоже птица, мне бы такого. Только белого. Я бы вот взял бы такой костюм бы и тоже ходил бы. Ну ладно, всего доброго. До свидания. До свидания. Вот, ну все. Все, друзья, вот, в общем-то, я и то, что хотел показать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. Прекрасный солнечный день, тепло. И я сейчас еду еще в одно место. Пока.